Віталіка ж я вже захожу і нема. Приймальна громадянка, входить нельзя громадянам, да, виходить? Вообще такой бред. Скажите, а вы его не бьете? У меня камера пишет. А? Не бей людей. Не, вы бьете, я же видел. Как? Все, когда будете, распишитесь у меня. Да, да, да. Конечно. Да не будем в суде. Скажите, вы же еще не проводите осмотр. Ну, еще же я выйду, когда будете осмотр проводить. А сейчас я могу постоять? В качестве кого? Какая? Смотрите, административный процесс, он открытый. Понимаете? Вы не имеете права не допускать. Ладно, вы там не хотите меня допустить при обыске его. Не допускайте, я подожду, когда вы будете осматривать его. Придут свидетели. Чтоб я его голову видел. Согласен, Томас, хотите находить его. Спасибо. Заходите, разрешите. Спасибо большое. Просто вы, вас четверо, а я один. Да что вы боитесь, вы же в райотделе. Ну, ладно, еще на улице, но вы же уже в райотделе. Ну, здесь одни менты. Не переживайте. Мы не бандиты, я вам представился. Представитель общественной организации, которая официально зарегистрирована. Поэтому все нормально. Кто из вас задержит? Все такие рожи, блин. Шо? Я под всех, блин, задержал. Там вот где есть палка на нашу выездную бомбовая. Технику вы оставляете? Конечно, оставляю. Хорошо, чтобы понятых она не слышала. Что из них, я просто не знаю, что из них этому человеку принадлежит, а что нет. Как без разницы, я не отказываюсь. Уважаемые понятые, этот человек был задержан за нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно статья 185, невыполнение законного требования сотрудников национальной полиции, а именно не предоставление водительского удостоверения, не предоставление документов на автомобиль, отказ выйти из автомобиля в процессе задержания и так далее, невыполнение других команд. В данный момент нам необходимо провести личный осмотр человека, поскольку он предоставит необходимые документы, и также необходимо все-таки узнать, что у человека в карманах. Поэтому я вас попрошу пока добровольно, в присутствии понятых, выложить содержимое ваших карманов сюда передо мной и ваши документы, пожалуйста. Снимите эту бирку, пожалуйста. Не хочу я ее снять. Снимите футболку. Снимайте бирку. Кого? Вот это вот. Не хочу я снять. Может, вам трусы еще снять? Может быть. Может быть? Снимать на каком шорт? Основании? Шорт. Не хочу я снимать шорт. Снимайте. Я отказываюсь снимать шорт. Я говорю, в присутствии понятых я отказываюсь снимать шорт. Эту вещь у вас. Что? Там, где это мои документы. Водитель, вот, пожалуйста, предоставьте. Я не хочу вам его передавать. Смотрите. Вы задержаны в данный момент. Ну, я задержан, и что? Я отказываюсь у вас и вот. Мои документы. Могу применять физическую силу и насильно забирать у вас ваши документы. Вам как это? Присутствие понятых. Саша! Я пошел вас не хотеть. Вы хотят насильно забрать у меня документы. Снимать. Что снимать? Снимайте эту бирку. Доставайте просто документы. Доставать. Я не буду вам знать. Документы на автомобиле. Можно футболку одеть? Да, пожалуйста. Какой из этих телефонов ваш? Оба. Видеокамера ваша? Да. Вода тоже ваша, да? Да. Эта камера ваша? Да. Вы мне и камеры изымаете? Я не изымаю, я описываю эти вещи. Он должен передо мной находиться. Я перечислю. Ну, пусть она вот так вот стоит. Да не трогайте, вы тут не хозяйничаете. Вы тут тоже не хозяин. Я тут хозяйничаю, к сожалению, пока в данный момент.
не превышаете свои полномочия. Нет, это не так. Сейчас я в протоколе перечислю все вещи, которые не присоединил человек. А затем обратно же перепишу в графу, что они человеку по освобождению возвращены. С утверждением. Не трогайте, пожалуйста, здесь я ничего хочу, на столе. Мне все равно, что вы хотите. Хочу, на столе. Мне все равно, что вы хотите. Хочу, на столе. Мне все равно, что вы хотите. Хочу, на столе. Мне все равно, что вы хотите. Нет таких полномочий от меня. Я хочу свои, чтобы соблюдались мои права. Не корона ваша, вам не должна мешать. Нет. Я соблюдаю свои законные права. Я тоже вижу. Я знаю свои права. Я смотрю тоже. Свои полномочия знаю. Контакт номер телефона, пожалуйста. 06-685-12-15. Заходите, пожалуйста. Ну, потому что проводится осмотр, проводится, товарищ. Вы же его осмотрели. Ну почему вы не можете просто по-человечески не входить сюда? 5 минут, я забарщу, бачите, останетесь. Она заражает. Я говорю, выйдите, пожалуйста. Он уже не был. Это просьба или приказ? Просьба. Я отклоняю вашу просьбу. До свидания. Давайте мне. Да не надо до свидания говорить. Проводится это осмотр. Это приказ. Это приказ. Еще раз говорю. Приказ на основании чего? На основании того, что во время процессуального действия не допускаются лица, которые не имеют процессуального... Что это такое процессуальное действие? Это рассмотрение административного правонарушения. Какое рассмотрение? Это рассмотрение... Что есть то, что процессуальное действие? Не нужно забрать... Процессуальное действие, вы знаете, что это такое? Это просто или приказ? Покиньте, пожалуйста, помещение. Мы вас пригласим через 5 минут. Мне зачем вы провоцируете действия? Я вас спрашиваю, это просто. А зачем вы нарушаете закон? Вы понятые, вы можете ответить так еще раз. Делать? Это просто. Я хочу вам отвечать. А я не. Вы хотите будете дома, когда будете исполнение. Выйдите. Просьба за реализованное действие. Пишите. Поверхностное осмотр. Пишите уже. Я не буду при вас писать. Выйдите, пожалуйста. Ребята, выйдите, пожалуйста. Мы не выйдем. Почему вы не выйдете? Я переживаю за права задержанного. Выйдите, пожалуйста. Пожалуйста, выйдите. Смотрите, вы нарушаете. Я не нарушаю ничего. У вас режим Бога выключится сегодня, нет? Пожалуйста, выключите. Выключите, мы выключим завтра, не волнуйтесь. Понимаете, что вы нарушаете? Пожалуйста, я вас прошу, выйти. Я вас спрашиваю, это нарушение, это просьба или приказ? Пожалуйста, выйдите. Я больше не трудный эксперт. Пожалуйста, выйдите. Я отказываю вам ваши просьбы. Выйдите, проводится процессуальные действия. Это просьба или приказ? Закажите мне, чтобы я вышел. Я не буду показывать. Прикажите. Я вам приказываю. Приказывайте, да? Спасибо. Я прошу прощения, товарищи, понятно?